вот я попал! Вот я попал прямо конкретно! Это вот я первый раз попадаю, вообще в моей жизни такая хрень происходит. Это посмотрите, что снаружи, это град идет такой, что я вообще ни хрена, блин, не вижу. Тут народ машин уже на обочину прижимаются. Это меня понесло в штат Айва. Ведь, блин, пришло же мне сообщение на телефон о том, что, блин, вот такой будет, блин, дизастер. Я вообще ни хрена не вижу. Ребята, посмотрите, что здесь происходит. И самое, что интересно, я вот это вот... Пройдет буквально минут 15, может быть, и все. А вот эти 15 минут, это, блин, какой-то дизастр. Я вот сейчас под мост еду, и там под мостом смыкаюсь, потому что это вообще полный пипец вообще. Это полный пипец, не-не-не. Вон я там вижу, среди мост у меня есть, и я сейчас туда, под этот самый мост, попытаюсь куда-нибудь ткнуться. О, не я один, блин, такой умный. Все занято. Там сзади еще грузовик летит. Нет. Знаешь, ребят, я встану-ка я, наверное, вот на обочину. И встану-ка я, включу-ка я аварийчику, вот. И будет мне, блин, полное счастье, вот. Встану-ка с аварийчкой. И спокойненько вот тут постою, пока все прекратится. Потому что это вообще тихий ужас, вот. Вот. Вот такие погоды у нас могут быть, вот. Кстати, в соседнем Айва, вот. У нас, конечно, вот такого еще не было в Омаха и в Небраске. Но вот для этих вот равнин, пока вот жаркая пора, это нормально, вот. Фух. Я в какой-то момент думал, что меня вообще смоет. Просто меня возьмет и смоет, вот. Все, вроде дождь прошел. Сейчас там грузовики проедут сзади, они тут летят, блин, как спиди-гонщики, вот. Вот, вот такие погоды могут быть у нас, вот. Но, опять же, пришло за полчаса мне оповещение на мой мобильный телефон о том, что будет вот такая вот штука, вот. Так что сам виноват, мог спокойненько где-нибудь встать под навесом и переждать вот такие вот непогоды, вот. Хорошего всем дня и жду ваш комментарий. Ну, и мне стоило буквально минут 15 проехать, выехать за пределы вот этого грозового фронта, и уже сухой асфальт, и как будто здесь никакого дождя и не было. Так, чуть-чуть подкапывает, и даже никто и не узнает, что там такой вот прошел дизастер, который прям смывает. Хотя вот результаты налицо. Здесь, скорее всего, тоже дожди шли. Вот. Потопленные поля такие немножко. Вот. Так что июнь месяц в этом году преподнес сюрпризы. Обычно здесь у нас сухо, а в этот раз, в этом году, дожди так идут. Вот. Но не интенсивно, но как раз в 4 дня, а потом опять жаркое, яркое солнышко. Вот. Ну, достаточно просто переждать такой мощный ливень, а дальше нормально становится. Хорошего всем дня.